Мне это все время поражает, что избавься от эго, останови внутренний диалог, демонтируй личность. Никто ничего сделать не может, это во-первых. Во-вторых, задайте себе вопрос. Если тело есть, значит, за этим стоит какой-то закон. Если в теле есть состояние ощущений, состояние эмоций, включая гнев, зависть, ревность, не только позитивные, а все аспекты. Если есть неумолкающий ум, с чего вы взяли, что это плохо, что с этим надо бороться? Не приходит ли вам в осознание, что вам специально навязывают информационное пространство некое направление и вектор, чтобы вас, как говорится, как Сусанина, отправить куда-то в дебри, откуда вы никогда не вернетесь? Зачем бороться с тем, что создано? Надо задать вопрос. Я имею, обладаю этим, я уже являюсь этим. У меня есть эмоции. Почему я должен от них избавляться? То есть, скажем так, если абсолютно не нужно было бы это, он бы это не создавал.